ебаный рот! Ох! Ёперный балет, ты что ж так пугаешь-то? Ой, бля, чуть сердце не остановилось. Какой цветок в жопу, мать? Ты чё, меня сейчас чуть Кондрати не хватил? Ну что ж, дорогие друзья, всем огромный привет. Это вторая часть прохождения Poppy Playtime Chapter 3. Первую вы можете посмотреть по ссылочке в описании, а мы продолжаем веселиться. Так, я вышел. Теперь окончательно. И двери закрылись. Здрасте, мадам. Капец, я шатаю. Что-то хлебнуло, что ли? Угу. Угу. Необычно ты ключ воткнула. Просто в металл. Ну, неплохо. Блин, а тут русский-то язык нельзя поставить. Я что-то почему-то только сейчас об этом задумался. Лангуаги. English, Spanish, French, Italian. А, Russian, вот, действительно. Ёпердолите. А чё я все время на английском-то? Еман. А зачем я все время на английском играл и пытался понять, что здесь происходит, когда можно было включить русские субтитры? Все это время, друзья, здесь был русский язык. Но, как обычно, моя гениальность не знает границ. Добрый день, мадам. Как ваши делишки? Что происходит? Как бежать? Дверь, 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 дверь! Твою ж за ногу, а! Меня закрыло дверью в обратную сторону. Я что должен был сделать, господа? Мы рождены заново. О, господи, как я обосрался вообще, что... Так, ладно. У меня, похоже, инсульт. Так, хорошо, подожди. Окей, хорошо, раз. Сейчас она врывается. Такая, ай-яй-яй-яй-яй-яй. На, генератор. А, батареечка. И я побежал, хорошо. Туду-туду-туду-туду-туду. Куда бегу? Бегу, правильно бегу. Правильно бегу. Открывай дверь. Врата открывай, хорошо, бегу, 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 бегу. Так, 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 куда, куда, туда? Так, мать. В жопу пошла. Так, она уже рядом, а дверька-то не открывается ни хрена. Пошла-ка ты в жопу. Так, секунду. Ага, вижу. Вижу. Мать, мать, не твой уровень. А ты что встала? Ну и стой там. Та-т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 а
тира там. Я в тупике. Я в тупике? Нет, не в тупике. Здорово. Она двигается, когда я на нее не смотрю. Так это вообще изи. Опа. Door is open. Отлично. Ясно тебе, пошла в жопу. Хорошо. Где? Как ты прошла сюда? Как ты сюда прошла? Ты была за дверью, алло. Я ж тебе ничего плохого не сделаю. Я ж тебе абсолютно ничего плохого не сделаю. Пошла в попку. Да ну нафиг, ты чё, серьезно сейчас? Она дверь выломала. Ладненько, ага. Опа. Так, я понял, здесь бежать надо.
Здесь бежать, 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 бежать надо. Куда? Давай! Закрывай! Красота! Получила по лицу, да? Все, я думаю, ты больше со мной не захочешь связываться. Понятно тебе? Добрый вечер, господин. Пощечине его. Так, ушки-какушки. Друзья, у нас проблемы. Друзья, у нас серьезные проблемы. Там котик стоял, который сейчас пропал. Куда бежать-то? Куда бежать-то я должен был? Так, секунду. Я не понял. Я понял, что надо бежать. Я даже как бы... Я не испугался, но я не понял, куда. Не, слушай, пол не открывается. А, открылся. Я же сказал. А он быстрый. Однако, весьма-весьма быстрый, я бы даже сказал. Как для ползучего какого-то. Ах ты, добрый вечер, да едите вас в корень просто. Чё там произошло? Меня, похоже, два раза убили только что. Па-па-пира-пира-пам. Оп. Ага, я уехал, я смог. Фух, что-то дичь какая-то, не игра вообще, что ж происходит? Кто, кто звонит, алло? А, фух. Да я еле выжил вообще, еле жопу свою спас. Ты не представляешь, там такая дикость творится, мать. Так, сейчас что-то будет. Нет? А, ничего не будет? Ну ладно, да, расслабимся. Так, беги. Ну куда ж ты? Ёбаный рот! Оперный балет, ты что ж так пугаешь-то? Ой, бля, чуть сердце не остановилось. Какой цветок в жопу, мать? Ты чё, меня сейчас чуть Кондратий не хватил? Ой, чё происходит? Я вообще не понимаю, что происходит. Начнем с этого. Я не могу ходить. Фух. Вот это хороший скример. Друзья, мне нравится. Мне нравится вот вторая часть нашего видео. Это просто вообще песня. Столько раз обосраться, столько раз погоняться. Это прямо по... О, здорово, малой. Че, тут отдыхаешь? Опа-на! Ага. О! Здорово, мать! Алло! Алло, алло! Проваливай из приюта, иначе тебе конец. Охуеть! Ты еще и разговариваешь? Нет, я с удовольствием, родимый. Я с удовольствием ухожу, все. Я ухожу. Все в порядке. Но он же сказал, проваливай из приюта. Пойдемте. В принципе, да? Правильно же?
Или мне все-таки надо идти обратно туда, какой-то херней заниматься. Я просто думаю, ну зачем мне это надо? Нам сказали уходить, мы уходим. Так, это я помню, это надо вставить, да, вот сюда вот, ага. Здорово! А обратно мне можно вернуть? А куда? Та-ра-ти, пара-бам-пам-пам. Здорово. Я не совсем понял, куда мне бежать надо было. Говорю, не останавливайся. Это понятно. Так. Так. Так, ну что ж, дамы и господа, мы снова здесь. И снова сейчас нас будет встречать наша крыса. Одевай противогаз! У меня что-то залагало, походу. Хер его знает. Ладно. Я без противогаза хреначу. Ладно, пофиг. Ух ты, етить его в корень. Здорово. Почему он такой стрёмный-то стал? Пипец. Я вентиляцию залезла, падаль. Вентиляцию залезла. Там, короче, эта херня к нам начинает лезть вот так вот, идти, просто идти. И нам нужно включать смог, чтобы ее отпугивать, соответственно. Вот, собственно-то, и все. Бляха-муха! А где, как? Подожди! Что ты делаешь-то, блядь, дурак? Ой. Отдых окончен. Весьма интересно. Ладно, ребятушки, сейчас я вернусь. Для вас это пройдет секунда, а я приду часика через полтора. Так, ну что ж, друзья, продолжаем. Я уже успел подстричься и переодеться. Поэтому да, значит что? У нас здесь веселые игры происходят с котиком, с нашим, да? Да закрой ты дверь уже. Что ты форточку открываешь? Тут холодно, хватит проветривать. Сейчас, подождите. Господа, подождите. Сейчас я закрою форточку. Тут опять открывают эти, которые вечно в автобусе. Жарко. Я выиграл? Я выиграл, нет? Ох, ни хрена себе. Ультанул по нему. Отстань от меня, пошел отсюда. Давай. Оп. Что происходит? Это что такое? Кто руку стырил мою? Я не понял. Руку отдайте, господа. Если честно, я вообще ничего не понял. Какая-то рука вылезла. Что-то произошло. Кого-то хлопнули. Но, в принципе, меня это волновать не должно. Да, я поехал. Нет? Да, я поехал. У меня все стабильно, у меня все хорошо. Ни хрена себе там весело. Так, батяня проснулся. А это кто? Катнап.
Ой-ой-ой-ой-ой. Всех перефигарили. Давай, поехали, мать. Газуй! Пошло дело. В смысле, приземлимся. Куда идем? Куда идем? Лучше не идем. Едем назад. Едем назад. Кисси, Кисси пошла в жопу. Мы едем назад. Ты что, совсем что ли? Она там одичала, там вообще дикость какая-то произошла, а ты предлагаешь к ней ехать? Ты вообще нормальная? Что ж, друзья, это финал. Это финал. На этом Poppy Playtime часть 3 заканчивается, получается, да? Значит, Кисси-Мисси у нас превратилась в какого-то безжалостного монстра-убийцу. Это печаль. Это печаль. Сейчас мы быстренько скипнем титры. Так, а собственно все. Собственно, после титров особо ничего-то и не было. Друзья, всем огромное спасибо за просмотр. Я надеюсь, вам понравилось. Если это действительно так, то загружайте свой царский королевский лайк. Оформляйте подписочку на канал. Мы с вами увидимся. Когда-нибудь увидимся. Всем удачи и всем пока.